Ух ты, и снова я. Александр Кривла, печеньки, ребят. Смотри, какая розочка. А? Красивая, да, ребят? Пышное цветение розочки. И пчелочки летают у розочки. Красивая. Ай, красиво. Розочка красавица. Ребят, смотри. Зацвела полностью розочка. Цветет полностью. А розочки маленькие. Смотри, какие маленькие. Маленькие. Манюни-манюни. Но много. Но много. Отлично, ребят. Смотри. Красавицы. Мы ее покупали за плетючку. Она так и есть плетючка. Поднимается это в гору. Это молодые побеги. Вот на них, на тот год будут цветочки на этих побегах. Красавица, да, ребят? Я просто не могу нарадоваться этой красотой. Просто не могу нарадоваться этой красотой. Тут, здесь я вчера пытался проколировать. Вон. Не знаю, что получится. Но не будем. Мы будем смотреть красоту. Смотри, какая красота. Ну я просто... Смотри. Далее я дойду. И смотри, какая. Рост этой розочки 1,70 м. 1,70 м. У меня 1,74 м. Рост 1,74-1,75. Она мне как раз по глаза. Розочка-то. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривола. Печенеги. Пока-пока, ребята. Розочка. Красавица. Плетючая розочка. Красавица.